Добрый день, мои дорогие подписчики. Сегодня 3 апреля. Вчера была весна, а сегодня проснулись, вот такое у нас творится тут. Снег метет, все засыпало. Люди лопатами расчищают во дворах. Вот это весна. В декабре у нас не было снега, ничего. Все крыши белые, зима настоящая прямо. Где-то минус один или ноль мороза. И вот такое вот метет. Опять надо зимние сапоги доставать. Куда ж тут в туфлях пройдешь? Снег. К обеду еще хуже погода. Метет так, метель прямо. Метель настоящая. Ветер такой. Или зима вернулась, которой не было у нас. Дороги не расчищают, все в снегу.